Ну все, забрали мы платье. Едем сейчас домой. Ушили, все хорошо. Вообще сегодня в Владивостоке, да и не только в Владивостоке, во всей России празднуют День Победы. Перекрыли движение. Пешком мне пришлось идти тут. Ну ничего страшного. Я так, к слову, о том, что как бы вроде запрещено было собираться массово, но все-таки людей не разгоняют. Я не знаю, парад во сколько начинается, или он уже прошел. Лошади гуляют, и как мне сейчас пройти, куда мне надо, я не сильно представляю. Пройдешь? А, не пройдешь, я думала, что не пройдешь. Пройдешь. Это уже заканчивается, так я понимаю. Парад. Пришла делать мейкап на фотосессию. Сейчас покажу, как это будет. Экзот Пропулос, она стала известна после того, как она снялась в фильме «Жизнь Адель», который получил «Золотую пальму». Желаю вам приятного просмотра. С разными закусочными. Китайская есть, есть шаурма. Раньше, вот в моей, скажем, юности, в молодости, здесь вообще ничего этого не было. Никаких вот этих общественных зон. Все, были здесь одни пустыри, все заброшено. Вертолетик. Сейчас облагородили, классно. Еще что-то вот тут достраивают какие-то причалы. Вот очередь в Чифань. Там китайская жареная лапша и жареный рис. Вот. Очень симпатично выглядит. У меня только маска падает, я еще в маске хожу. Кстати, да, на сегодняшний день все люди без масок. Ну, понятно, что у моря, но все-таки здесь скопление людей и всем как бы плевать. Все равно все. О, пожалуйста, наши старые друзья Хари Кришна, Хари Рама ходят. Вот. Очень колоритно. Очень много, кстати, чайных появилось, так же, как и в Китае. Популярные напитки с шариками, без шариков. Тоже какая-то тут застройка. Что-то будет. Это Sunset. Вроде как-то так называется заведение. Мы позапрошлый год, в прошлый год с мамой сюда приходили. Здесь именно на закате очень красивый вид.
можно посидеть, покайфовать. Фаер-шоу даже там бывает. Да, сансет вот так называется. Там такие вот мешки. Вообще очень симпатично. Вот это все так с подсветочками красиво говорит. Горит моречко рядом. Очень мило. Вот. Что еще? Да классно. Люди загорают, купаются. Не купаются, моржи только, может быть, купаются. А загорают либо пенсионеры. Одна я хожу в маске. Море синее такое. И вот еще очень симпатичный автобусик такой. Алоха стиль. Миленько сделал это все. Деревянный пол. Будь собой. Очень, очень классно. С баяном такой. Все пилены, так страшно выглядит, некрасиво.